Ну что же, всем привет, дорогие друзья, как всегда на канале Лупоп. Сегодня мы вместе с вами плавно перемещаемся на сайте Skinbox. Пополнил я ровно на 15 тысяч рублей данный сайт. Сегодня у нас не будет ничего в рубрике кейсов. Просто будем с пятнашки делать в апгрейдах скинчики. Какие-нибудь пиздатые. Интересно, такой контент залетит вам или нет? Ладно, что ж, обязательно. Если ты хочешь пополниться, просто вот сюда вот введи мой промокод POP. Он даст тебе 33% наполнения. Что ж, давай сразу же начнем. Вот так вот, сделаем балансик. Например, ну 1000 рублей. Давай на x1.2. Попробуем, просто 200 рублей сразу же зайдет или нет. О, погоди. Зашел, ладно. Ладно, шансы как будто бы какие-то еще пока что есть. Просто так на верочку попробуем. На тонюсенького. Так, еще давай один. Сразу же сделаем. Да нет, давай просто на все бабки сразу накрафтим. Сколько поставит, столько поставит. А, второй уже не заходит. Интересный момент на самом деле. Интересно. Окей, третий. Давай смотреть. 75% шанс. Я думаю, вообще почти все должны залететь. Блять, ебать на тоненького. Окей, еще один. Конечно же. Че ждать-то, блять? Третий коллаж. Блять, слышь? Хорош, тебе остановись. Хорошо, ладно. Третий есть. Блять, штук 10 дашь, уже будет хорошо. Давай дальше. Четвертый не заход, да? Да, к сожалению, к сожалению. Ну, блять, я вообще-то больше уже проебал. Это уже второй минус. Хуятинка какая-то, на самом-то деле. Окей, 75% шанс. Бля, я думал, сейчас еще один не залет. Я уже думал, все, конец, нахуй. Билиберда какая-то. Окей, давай пятый тоже сделаем, если сделается. И потом по алыну идем, нахуй, например. Бля, 75% шанс, нахуй, половина не заходит. Ты чё, ебать, травишь меня? Окей, еще один коллаж. Пожалуйста, ну дай, ну не надо. Ну хорошо, ладно, есть. Пятый коллаж есть. 5000 рублей делаем на все. Весь баланс просто засовываем. Вот так вот коллаж Казимов. Поехали. Тактика сегодня какая-то у Сёмы будет галактика, я тебе точно говорю. Окей, 1.2 заход. Поехали. Того, сколько денег имеем? Того имеем с тобой на балансе 13600. Ладно, 1400 подъел, ладно, ничего страшного, в принципе. Окей, давай вот так, x2. 5 раз на x2 у нас точно есть. Вот так вот, 49% шанс. И первый у нас, к сожалению... А, нет, заходит, заходит первый, хорошо, ладно. Давай второй. Сходу, просто недолго думая. Второй, 50%. Поехал. Второй уже, к сожалению, не заходит. Ладно, ничего страшного. Мы пока что не расстраиваемся. Если 2 не зайдет, а 3 зайдет, все равно мы будем в плюсах. О, бля, второй минус. Мимо. Нихуя себе. Блять, подожди, нахуй. Так не надо делать на самом деле. Давай тогда коллаж на x2. Бля, ну, не знаю, как будто бы я сейчас это зря сделал. Да. Ебать, подъел. Ебать, просто подъел. Подожди, сколько денег осталось? Ебать, 5800. Нет, тогда стоит вернуться на кейсы. Вот так вот 5 раз. Даже смотреть не хочу. А, кстати, неплохо дал. Просто x2 заходим. Пробуем x2 на все. Да-да, нет-нет, нахуй. Блять, хорошо, 7000 рублей есть. 8 даже, хуя, 7 говорю. Сильная хуйня. Еще один, вот на перчатке. Поехали, 50% ровно. Блять, пожалуйста. Отлично, нахуй. Уже пятнашка, еще вот эти скины. Бля, на x5 будем пробовать. Я тебе говорю, просто на x5. Вот так, вот так, вот так. 20% шанс, нет, чем черт не шутит, как говорится. Но нет, мимо. Ну ладно, я не расстраиваюсь ни в коем случае. Денежка еще имеется какая-то. Еще одни перчатки, поехали. Бля, тоже мимо, сука. Ну у нас баланс еще позволяет. Баланс еще, кстати, позволяет поделать апгрейды. Вот так, картисейра, поехали. 4400. Зайдет? Нет, не зайдет. Окей, давай продадим. Или нет? Апгрейд?
Бля, не знаю, может быть, я делаю это зря. God Knife, поехали. 50% шанс. Очень много было сейчас сливных. И этот... Блядь, на таких тоненьких. Хорошо. Эмеральды, перчатки. Тоже нахуй сейчас зайдут. Я тебе говорю, тоже сейчас зайдут. По-любому должны. Стой, 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 пожалуйста, стой. Отлично, тридцатка на балансе. Что с апгрейдами, блядь? Кинбокс, ты чего, ебанулся там нахуй вообще? Вчера только выводил. А, ну я вчера еще проебал денежку. Ну ладно. Ладно, ладно, ладно. Тогда есть шанс как будто бы вывести сегодня не больше 30 тысяч. Окей, может быть, вообще охуеть. 50% шанс, 32 тысячи рублей. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, не нужно так было делать, я понял. Окей. Продать. 15 тысяч на балансе. Обратно вернулись к изначальному депозиту. Вот так, вот так. Давай X5 просто. Просто половим X5. Даст, не даст. Да ладно, с первого? Охуеть, сюда эту малышку. Бля, может быть, два тогда дашь, ебать, чтобы ну, тут вообще нахуй можно было раскуриться жестко. 11 тысяч рублей, поехали. Нахуй. Да ну нахуй. Да ну нахуй, а что с балансом, блядь? 22 здесь, еще 10 на балансе. Это деньги. Это просто деньги, нахуй. Это просто сегодня опять вывод какой-то ебнутый. Бля, или одним скином попробовать закрафтить. Бля, хотелось бы на самом деле. Просто хотелось бы одним скином каким-нибудь бешеным. Окей, 7000 рублей еще давай. Почти, ну. Сука, сука, ладно, ладно. Я не выебываюсь, тут хорошо у нас как бы все по балансу. Все у нас просто шикарно, отлично, пиздатейше. Бля, ну вот еще бы юспик на самом деле зашел бы. Ладно, может быть на один, на 2x попробовать поставить Галиль. Просто если нет, то ого. Куда разогнался, еб зирочку, край. Бля, ну не хочется зирочку. Давай вот перчаточки, 49% шанс. Чем черт не шутит, поехали. Стой, 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 пожалуйста. Отлично, перчатки точно на вывод. Перчатки, я тебе говорю, точно на вывод, нахуй. Это продаем. Еще 22, 40 тысяч рублей. Блять, что с апгрейдами? Я в ахуе. Это шансы конские, пизда, я тебе говорю. Давай, ладно, тогда зайдем на трейн. Два трейна не можем, давай один. Если сейчас окупит, то откроем два и уйдем тогда обратно. Апгрейды, пожалуйста, калашик бы тот. Ну да, 8 тысяч рублей. Что-то я сегодня разогнался, нахуй. Окей, Source 2, 3 кейса, поехали. Вот так, вот так. О! Ебать, Source 2 отдал денег. X5? Охуеть, ну чтобы охуеть просто немножко еще. Да ладно, да ладно, да ладно. Сюда, сука. Блядь, ну погоди. Не может же всегда так вести. Давай еще X5, ну просто на верочку. Баланс пока позволяет. Но нет. К сожалению, всегда вести не может. Давай, ну давай еще на тридцатку. Ну на тридцаточку еще. Еще поставь тридцаточку, и будет все у нас с тобой хорошо, шикарно. Ну, вот тут тридцатку, тут на самом деле можно уже даже посмотреть, какой скин забрать. Вот даманскую сталь, например. Окей, давай. Хорошо крутится. Отлично, отлично крутится. Пожалуйста, остановись. Это просто что, блядь? Это просто что? Это подкрутка? Или что, блядь? Давай еще один. Посмотрим просто. Ну нет, куда ты говоришь, Сём? Сколько это денег? Это 70, мать его, тысяч рублей. Я проебал 20. Я в плюс полтос сейчас выйду просто налегке. Это что, блядь, подкручивают, суки? Или что, я не понимаю, нахуй. Почему так везет, нахуй? Что за фарт, ёбнутый? 18 тысяч рублей. Давай тогда, знаешь, как сделаем? Давай мы с тобой случайный нож. Поехали. 11 тысяч. Может быть на X2? Ну я не знаю, сейчас как будто бы имеет смысл забрать на самом деле все. Ну, если проебем, то проебем. Хули сделать. Ну да, я тебя понял. Я тебя понял просто. Того ебать, сколько денег остается? Трешка плюс тут 53. Бля, 17 тысяч въебал. Бля, Сём, наверное, ты это делаешь зря, на самом-то деле. Ну да, тут уже окупами не пахнет, на самом деле. Давай, ладно, X5.
X5 стреляет периодически. Угу. Но не сейчас. Бля, я не... как будто бы стоит перчатки на X2 сделать. Как будто бы просто перчаточки на X2 можно сделать, я тебе говорю. Зайдет? Да ладно, нет. Сука, нет, не зайдет. Ох, блядь. Надо было забирать 70 тысяч. Что-то я психанул, нахуй, на самом деле. Ну, блядь, это же... Я думаю, какая-то подпиткрутка, нахуй, все, какую-то въебали. Ну, не может так хорошо ставить с апгрейдов. Я тебе говорю, ну, это хуйня какая-то. Ладно, не будем заострять на это внимание, нахуй. Если подкручивают, то я только за. Потому что деньги как бы в карман все равно уходят. А, блядь, не досмотрел. Куда торопишься, Сём? Я хуй тебя пойми. X10 давай. Нет, а чё? 10% шанс. Бывало, залетали такие мальчики. Но не сегодня. Ладно, что ж. Буду забирать. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Обязательно не забудь поставить лайк. Подписаться на канал. А так, всем удачи. Всем пока. Пока-пока. Пока.